Доброе утро, жители Нанограда! Поздравляем с днем рождения Егора Каурина! Желаем ему счастья и бесконечного стремления совершенствоваться! В современном мире, чтобы не попасть в крысиные бега и уверенно стоять на ногах при любой экономической ситуации, необходимо совершенствовать свою финансовую грамотность. Ребятам было невероятно полезно узнать о тонкостях работы в венчурных фондах и способах создания своего собственного стартапа. Чтобы совершить все задуманные планы и при этом не растерять здоровье, просто необходимо знать, как правильно выспаться. Именно об этом шла речь на следующих лекциях. Устами младенца глаголит истина. В этом году песочница учится разумному потреблению. Предлагаю посмотреть за деятельностью пусть и маленьких, но при этом не менее серьезных жителей нашего города. Наш девиз – педали вниз! Водовая! Наш девиз! Десант! Вниз! Команда! Человечки! Наш девиз! Человечки недопустимые! Песочница в этом году очень интересная и переполненная эмоциями и детьми. Давайте сначала по девочкам, потом по мальчикам. Сейчас помню. Ну, Наноград – это город, где весело. Это приключения, это новые знания. Можно сказать, ну, город в городе. Они, конечно, очень разные. Разные по возрасту. У нас есть самая младшая девочка, которой скоро будет 7, и старшие ребята, которым уже почти 12. Когда им сказали, что вообще-то у нас есть кейс, когда на них начало обрушиваться расписание, все, что есть, в первый день у них это был вообще шок, и они с трудом воспринимали все это, они не были готовы. Песочница – это корпорация, у которой есть кейс «Осознанное потребление». Мы всегда каждый день там рисуем свое настроение. Мы там играемся, придумываем. Мы с ними делаем всякие эксперименты. Занимаемся раскрашиванием бутылок, у нас есть реклама. Ну, например, мы сегодня работали с смолой и отпечатками учились работать. Сейчас мне кажется, что действительно уже песчинки, они притерлись друг к другу и обтерлись волной Нанограда, потому что как-то я сейчас чувствую, что они в целом есть как бы одно целое. Кто из них работает больше всего? По-моему, Рома. Настя, я знаю, что за спорт. Катя с двумя валями, не знаю точно, что они делают. Ну, мы вчера ходили в парк Лосева, и там мы ловили всяких жуков, чтобы их осмотреть. Ходили долго. Что вы видели, что вы делали? Мы ловили насекомых. Ловили и шли обратно. Ну, там было, допустим, когда мы ходили в экспедицию во Владивостоке, во-первых, там был все-таки океан, и там интересно были морские жители. И как-то вот океан и болото, которое было в лесопарке, они разные. Ну, и океан немножко поинтереснее. Там нам нужно сделать яйцелет. Ну, яйцелет – это такая подделка, чтобы яйцо не разбилось со второго этажа. Вообще, ну, Олег разрабатывает вакцину от герпеса. Оптиволоконная система. Тоже заниматься работой. А как ты думаешь, что делает мэр Нанограда? Ой, наверное, он отвечает за все эти кейсы, там, вот эти все лекции вот придумывает, наверное. Ну, я вот так вот думаю. А вообще он существует, мэр? Ну, если вы так говорите, значит, существует. Мэрия – это такая команда, которая играет в футбол. А я бы очень хотела стать руководителем детской мэрии. Быть умным – это не обязательно быть мэром. А что делает мэр? Мэр сидит. Ну, он делает так, чтобы в нем всегда был порядок. А порядок – это как? Ну, чтобы никто не ссорился.
Все получали зарплату. Работа с детьми – это всегда вклад в будущее. Особенно работа с маленькими детьми, потому что ты всегда с ними работаешь так, как будто бы, ну, то есть на вырост, так скажем. Это, ну, это нормальная ситуация, когда ты точно знаешь, что эти дети, там, они очень сильно изменятся, будут иначе думать. И поэтому, мне кажется, песочница – это такой действительно вклад в будущее, на награду. Для того, чтобы разработанный компаниями продукт пользовался популярностью, просто необходимо грамотно его прорекламировать. Продолжаем следить за маркетинговыми гениями в нашей специальной рубрике. Остановитесь! Хотите поговорить о осознанном потреблении? Корпорация Леотех – специалист в этом вопросе. Только в нашем кейс-магазине вы можете решить задание площадки Леотех и дать вторую жизнь всеми нами любимым аккумуляторным батареям LiAP 70 ТРВ-БК. Только с нашим кейсом аккумуляторные ячейки, которые хранят в себе 80% от номинальной емкости, смогут приносить пользу миру еще долго. Все, что нужно сделать, это разработать элегантный технический образ нашего продукта, а бонусом получить уникальное задание – разработать основные функции и обосновать необходимое количество аккумуляторных ячеек. Спешите! До окончания акции осталось 3 дня. Заказав кейс от Леотеха, вы получите не только неповторимый продукт, но и перечень дополнительных продуктов для использования ваших аккумуляторных ячеек. Вы легко сможете удивить своих друзей, рассказав им о емкости потенциальных рынков для новых продуктов и составить портрет вашего потребителя. Спасите аккумуляторные ячейки, чтобы потом спасти мир. Секретные агенты ФБР так и норовят украсть все ваши разработки? Забудьте про эту головную боль. Наш кейс-магазин представляет полностью российский продукт – Багет ПК. Это контроллер, который создан, чтобы делать вашу жизнь лучше. В комплект багета входит плата BT-74201 на исконно русском микропроцессоре с архитектурой COMDIV-64. Наш продукт работает только с проверенными внешними интерфейсами, которые защитят ваши данные даже от Сноудена. Сразу после решения кейса вы получаете элегантный корпус с возможностью подключения новых российских устройств, а также прототипы для механизмов для подключения самых необходимых датчиков. Забудьте о формальностях. Решая кейс корпорации NIE CERAN, вы можете использовать самые современные аддитивные технологии. Багет ПК сегодня – ваши надежно защищенные данные всегда. Сегодня мы долго не могли выбрать, какое из двух событий посетить. Мы бы не были на Наград ТВ, если бы не нашли способ, как осветить сразу два события в одном сюжете. Предлагаю посмотреть, как нам это удалось. Мошка, тебе на А. Академия, тебе на Я. Яблоко. Обучение, тебе на Е. Е-е-е. Сдаюсь, не могу придумать. Ну, мозгов у меня маловато. Стоп, стоп, стоп. Ты вообще знаешь, что размер мозгов не влияет на способности человека? Нет, не в курсе. Ну, сразу видно, правое полушарие отвечает за языки и лингвистику, а не за логику. Так, ты сейчас идешь разбираться со своими запутанными нейронными соединениями. Куда? На лекцию дуэт. Бегом! А я пока поиграю с наноградцами в слова. Н – это нанокотики. А – это акция. Неизвестный. О – это образование. Г – это город. Р – это Роснано. Актуальный. Д – дом. Сейчас мы все вместе на площади Феймана составляли алфавит на награду. Это что-то новое, и я надеюсь, это надолго останется в истории этого прекрасного места. В азбуке в этой нужно написать само слово. Дальше нужно написать его значение, потому что на награде у этого слова может быть какое-то особое значение. У нас буква «Р». Как вы думаете, что мы напишем? Мы предлагаем в этой же, на этой же странице азбуки дать примеры трех словосочетаний этого слова. Буква «Ща» с хвостиком. И слово «Щелчок». Значение. Каждый год на наград возникает по щелчку. И если 33 букв будет недостаточно, чтобы убедить друзей приехать в следующем году в Наноград, то используйте все свое красноречие. Я говорю то, что это волшебное место. Место для каждого. И обязательно их зову к свиданию. В этот раз получилось притащить с собой 12 человек. Горячий стул — это мы так придумали такой нано-турнир.
когда человек добровольно выходит, садится на стул. Здесь это был стул, который был изготовлен в мастерской Анатолия Альбертовича Шперха. И нужно было сесть на этот стул и быть готовым ответить на череду, прям пулеметную череду вопросов. Цвет и электрический ток. Электрического. Чего никогда не научится делать робот? Думать. Нельзя ответить «не знаю», потому что на грани должен знать все. Эта штука развивает в том числе такую интеллектуальную реакцию. Для тех, кто в азбуке на букву «Л» точно выбрал бы слово «лекции», состоялась лекция-дуэт от Алексея Паевского и Анны Харужей. И некоторым такой формат вечерних событий показался очень актуальным. Ну, я вообще считаю себя собой, поэтому для меня легче учиться вечером, чем даже, например, утром. Раскрытие таких тем, как мифы о мозге, это довольно интересно, и это делает нас как-то более продуманнее. Микроглиальные клетки или клетки микроглии, и они представляют собой что-то вроде такой иммунной системы мозга. Наноградцы с особым трепетом относятся к мозгу и всем его возможностям. Поэтому сразу после лекции начали уточнять все интересующие их вопросы. Это правда или миф, что наши воспоминания мы вспоминаем такими, какими мы вспоминали в прошлый раз? Если мы представим, что это энграмма, то в целом, как записалась вот эта цепочка, так она потом будет воспроизводиться. Да уж, никогда бы не подумала, что люди могут так заблуждаться по поводу своего же собственного мозга. А мы с ребятами разобрались в нанограде буквально от А до Я. Теперь тебе меня в слова ни за что не одолеть. Да и зачем мне это? Ведь мы же с тобой две части одного вполне себе цельного наноградца. И главное, чтобы мы дополняли друг друга. И хорошо, что параллельная реальность нам в этом только помогает. Так же, как мы ждем свой день рождения или Новый год, мы ждем очередную встречу с мастерскими. Скорее смотрим! Всем привет, меня зовут Наташа, и я веду мастерскую «Архитектурный бетон». В мастерской вместе со стажерами мы пытаемся найти прекрасное в таком сугубо техническом материале, как бетон. Мы изготавливаем геометрические фигуры, заливаем их бетонной смесью, и после какого-то времени у нас получается прекрасное изделие для домашнего декора. Для меня, как для архитектора, важно показать ребятам, что красота и функциональность можно найти в самых неожиданных материалах и формах. Привет, меня зовут Александра Кудреватых, я руководитель мастерской «Химический анализатор». Сейчас мы находимся в лаборатории аналитической химии, где ребята, стажеры, получают навыки истинного лаборанта химического анализа. Закончится мастерская, они будут знать химическую посуду, реактивы, тетраметрический метод анализа, фотометрический метод и много других для вас непонятных химических слов. Сумасшедшие трехочковые, невероятные сольные проходы и блокшоты. Некоторые подумали, что оказались на финальном матче суперсерии NBA. Ведь в составе Мэрии блистал ханты-мансийский Коби Брайан. Горожане отвечали колкими контратаками. В какой-то момент показалось, что может случиться очередная сенсация. Но опыт представителей Мэрии помог довести матч до закономерного результата. Такая игра точно запомнится надолго. Каждый из нас привык, что в конце многих фильмов герои пафосно уходят в закат. И на этом история, как правило, заканчивается. Конечно, подобная сцена уже была во вчерашней серии. Но разрушим все стереотипы и продолжим следить за нашими любимыми героями. Нужно
Как же меня это бесит! Я убрал этого старикашку, а у него отпрыски. Будут мои планы. Я сотру с лица земли все города, и все золото будет только моим. Я знаю, как уничтожить этого умника. Уж эти женщины. Ну почему нельзя хоть раз прийти вовремя? А может, она передумала? Ну да, я не идеальный. Чёртова муха. Хотя, ладно, сидите. Хоть вы нас любите такими, какие мы есть. Истина где-то рядом. Судя по карте, это должно быть где-то здесь. Ничего себе! Ой, что-то темно. Помогите! У меня игра новая. Пойдем покажу. Угу. Смотри, смотри. А что это? Сейчас узнаешь. Все обещали прийти. И вот я снова остался один. В любви мне не повезло. Предавший однажды, предаст и дважды. Камень снова меня обманул. А золотинка, наверное, променяла меня на мороженое. Как я устал от этого. Друзья в беде. У нас всегда существовала параллельная реальность. А теперь у нас появился еще и внутренний голос. Нанокаст. Сегодня есть еще один повод включить уведомления о публикациях в наших социальных сетях. И уже прямо сейчас вы можете послушать его в группе «Нанограда» или по ссылке в телеграм-канале. И по традиции я говорю, будет следующий день, будут следующие новости. Неведомо и странно.
мой друг, но каждый год я летом слышу голос, он вновь меня зовет. Мой город мастеров, серьезный маскарад. Дорогой великанов иду я в Нараград. Неверно мои странно, мой друг, но каждый год я летом слышу голос, он вновь меня зовет. Мой город мастеров, серьезный маскарад. Дорогой великанов иду я в Нараград.